Всем привет! Решила все-таки рассказать немножечко об этом удивительном растении. Снимала постепенно, когда раскрывались цветы. Конечно, это любимица многими, но, конечно, не все ее могут выращивать, не все могут себе позволить. Но вот у меня вот такое вот чудо случилось в том году. Я приобрела это, мне подарили это растение. И с прошлого года оно у меня в моем уходе. Это красавица, кто не знает, называется у меня White Bed Plant. White, потому что у нее белые такие крылья. Наверное, да. Bed — это как летучая мышь. Ну, вообще, оно чаще встречается темное, черное. Это многолетнее растение, является частью семейства диаскорейные. В природе встречается в регионах с тропическим климатом. И его называют летучая мышь или черная лилия. Кто-то называет это орхидеями, но это не орхидея. Выросла она, конечно, уже в приличных размерах. Если кто со мной давно, если нет, я вставлю видео с прошлого года, где я его только приобрела и пересадила. Покупала я его в небольшом горшке. Ну, и вот такое вот чудо у меня разрослось. Название его, конечно же, связано с его необычной формой цветов. И родом она из Юго-Восточной Азии, а именно из Малайзии и Индии. Что интересно, листья и соцветия используют для приготовления карри. Конечно, я когда начала изучать этот цветок, очень много интересных вещей я обнаружила. А корневища таки используют в тайской медицине. Когда я начала изучать, то поняла, что это растение может цвести круглый год без перерыва. Я, конечно, такое цветение никогда не надоест. Я, конечно, очень обрадовалась. Не знаю, получится ли у меня. Ну, вот в этом году у меня два цветка. И тут вот еще третий проклюнулся. Так они быстро растут. Старый цветонос я срезала только вот недавно. Вот такой вот он маленький-маленький, еще не засох. Росточек. Так выглядят ее цветочки. Идеальной температурой считается 23-25 градусов. Зимой 18. Ну, конечно же, в моих условиях она содержалась на улице. Огромное растение, как вы понимаете. И у меня температура опускается. Если кто не знает, я живу в Австралии, и у нас температура бывает опускается под утро до плюс 5 градусов. И она находилась на улице. Ну, конечно же, я не поливала ее в это время, когда было опускание температуры. Влажность для этого растения требуется очень высокая, от 60 до 90%. Это такие вот нити, которые могут достигать 70 сантиметров в длину. Это второй цветок еще полностью. Вот он раскручивается только. И, конечно, длинные, такие свисающие, настолько красивые. Я его не могу перевернуть, чтобы показать вам полностью. Но настолько необычный цветок.
требуется, конечно, требует он к себе высокого освещения, нужно высокое освещение, но свет должен быть рассеянным, не прямые солнечные лучи, потому что, конечно, листьям нужна влажность, и тогда они будут прекрасно себя чувствовать. Такие красивые, полностью зеленые, такие насыщенные листья. Если, конечно, не дополив, листья опускаются. Но у меня такого не случалось. Я пытаюсь поддерживать, всегда поливаю это растение и пытаюсь, чтобы грунт не пересыхал полностью. Грунт мы когда покупали, нам порекомендовали самый хороший грунт в магазине, который мы могли купить. Но, конечно, почитала я, и рекомендуется 60% торфа, 30% перлита и 10% вермикулита. Ну, в общем, должен быть обязательно дренаж, чтобы вода хорошо сливалась. У меня нет поддона, она вот так вот стоит только на ножках. Сейчас покажу. Нет у меня поддона, вода сливается прекрасно. Не застаивается. Она у меня стояла раньше, где были мои орхидеи. И, конечно, я, когда удобряла орхидеи, я и удобряла и ее тоже. Ну и, конечно, у нее есть в земле, были в почве, в которой мы покупали, были удобрения на полгода. И я рассыпаю еще медленно растворимые удобрения, поэтому ей, конечно, очень нравится. Очень она себя прекрасно чувствует, и мне нравится, что она у меня не растет в высоту, а вот так вот растет в вышину, в ширину, сказала. Вообще подкармливать рекомендуют один раз в 2-3 недели, ну, в холодное время раз в месяц. Размножается красавица така семенами. Какой красивый вид сверху. Я, кстати, покажу на фоне руки, чтобы вы понимали, насколько цветы огромные. Реально они огромные. Да. Размножение семенами и прикорневыми детками. Она мне, кстати, за этот год выдала 3 прикорневые детки. Вот так вот выглядит одна. Вот такая уже большая. И было у меня еще 2, но я их отделила, потому что у меня такой, вот я их уже пересадила. Вроде бы чувствует себя неплохо. Это было уже, наверное, недели полторы назад. Вроде бы чувствует себя неплохо. А почему я их пересадила? Я, конечно, не хотела. Я себе представляла, что растение разрастется и будет цвести большим-большим. Но, с другой стороны, подумала, как бы придется еще больше пересаживать, еще в больший горшок. Пока что я не готова. Ну и как раз вот так вот получилось, что у меня теперь еще есть еще одна така. Это ее черная форма. Мне ее обещали давно. И, кстати, здесь тоже проклюнулся цветонос. Она у меня тоже полторы недели как раз живет. И тут еще у нее есть детка. Ну вот, конечно, немножечко она по-другому выглядит. Более вытянутая. Листья более светлые. И вот последний лист, я смотрю, меньше предыдущего. Ну, в общем, я ее пересадила. Она была в очень таком тяжелом грунте. В общем, пересадила ее в хорошую почву. Посмотрим. Поэтому у меня теперь есть 2 формы. Черная и белая така. Полив, конечно, летом растение нуждается в большом количестве воды, но не заливать.
Я обычно так проверяю, когда верхний слой грунта просох, я поливаю. Ну, опрыскиваю по листьям, когда есть время, конечно. Но не пересушивать ее, потому что она не любит. Ну, понятно, что если влажность нужна 60-90%, то, конечно, растению требуется хорошая влажность и хороший полив. При низкой влажности подсыхают кончики, как вот в таком вот, можно сказать, да, покажу наглядно, когда кончики подсыхают. Ну, а когда листья темнеют, но кончики не подсыхают, это говорит о том, что сильно обильный полив, то есть нужно немножечко сократить полив. Запаха, кстати, вообще никакого я не ощущаю. Но мне кажется, что ей запах и не нужен. Это, конечно, королева. Еще хотела бы сказать, что у нее присутствует небольшой период покоя, сентябрь-октябрь, и к зиме нужно постепенно сокращать полив до раза в месяц. Кстати, про семена я не сказала. Я сняла семенную коробочку. Но, честно говоря, времени у меня так сильно читать не было. Не знаю, я посеяла их. Посмотрим, что с этого получится. Но семена, конечно, это не быстрый процесс. Семена могут проклюнуться от месяца и до 9 месяцев. Может занимать только проклевывание семян. Поэтому вот такая вот красотка. Надеюсь, кому-то будет интересно послушать, посмотреть живьем на такую красоту. Конечно, увеличиваются эти. Видите, на фоне руки увеличивается эта коробочка. Такой прям кошелечек. Он, конечно, постепенно надувается. Ну, я сняла видео и показала. Не буду уже повторяться. Поэтому вот такое вот чудо природы. Всем красоты и мира. Пока-пока.